Коллектив «Контемп» существует в детской школе искусств уже третий год. Он объединяет талантливых воспитанниц хореографического отделения в возрасте от 7 до 11 лет. Коллектив неоднократно становился лауреатом престижных фестивалей и конкурсов. В этом году танцоры первый раз решили попробовать свои силы на международном конкурсе «Культура, искусство, творчество» в Нижнем Новгороде. Классификацию участников по уровню подготовки оценивали в категориях «Профи-класс» и «Первые шаги». Виктория Соснина исполнила сольный номер и стала дипломантом первой степени. Это первое выступление, которое было у меня на большой сцене. До этого я еще нигде не выступала. Еще одна солистка коллектива Диана Демьянова получила на конкурсе звание лауреата третьей степени. Девочка занимается танцами уже 3 года. Мне нравятся танцы, потому что там можно выразить себя, красивые костюмы и движения. Всего «Контемп» выступал в 6 номинациях. В 4 из них стал лауреатом, а в 2 – дипломантом первой степени. Впервые для себя мы открыли 2 новые номинации, в которых раньше не участвовали никогда. Это современный танец «Контемпорари» и эстрадно-спортивный танец. Преподаватель и руководитель коллектива Татьяна Елагина получила благодарственное письмо и медаль за неисчерпаемый педагогический талант, практический опыт, терпение и способность вести за собой учеников, вдохновлять на новые победы. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.